Алексей Евгеньевич, с победой. 3 из 3 в первой домашней серии. Всем ли довольны? Нет, абсолютно всем недовольны. Особенно сегодня начало игры. Опять очередной раз. Пока очень тяжело нам дается начало игры. Ну, будем исправлять, будем что-то менять. Но играли очень дисциплинированно. Ну да, сегодня дисциплинированно. Единственное, в конце, конечно, совершили такую ошибку, там, совершенно непростительную. Сейчас до ребят пытались это донести, что надо какие-то свои амбиции, там, да, свое, не знаю, если так можно сказать, мастерство надо куда-то убирать и работать на пользу команды. Как и в предыдущем матче, переходили сегодня на игру в 3 звена, все-таки так лучше для команды, комфортнее для новичков? Ну, опять же, мы все равно используем молодых, там, меняем их, да, пытаемся понять, там, кто в этот момент готов играть, кто не готов. Конечно, им тяжело войти сразу в такой хоккей, но проблематично. Тем более, когда команды бегут, команды приехали добывать очки, понятно. Поэтому приходится где-то приходить на игру в 3 звена. И, ну, я думаю, ребята понимают, ничего страшного в этом нет, их черед тоже придет. Это нормальная ситуация, поэтому все потихоньку. Возвращение Александра Мирзабылаева. Сегодня он забросил первую шайбу. Как оценить его игру? Ну, он игрок опытный, в принципе, уже, да, он по возрасту и по игре. Мастерство у него есть. Будем надеяться, что он поправит свое здоровье, потому что были проблемы. Наберет форму практически. Человек у нас не тренировался всю предсезонку. Провел всего несколько там дней, недель. Вот. Поэтому, как только он наберет форму, я думаю, что еще будет лучше играть. Мы на него рассчитываем. Впереди длительная выездная серия. Желаем успехов и побед. Спасибо большое. Будем стараться радовать вас.